Привет, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Наше сегодняшнее видео посвящается любителям баклажанов. Нарезаю баклажан пластинами толщиной примерно 1 сантиметр. Подготовим масло. Я беру растительное, можно оливковое, если у вас есть. Сделайте на свой вкус. Добавляю соль и орегано. Хорошо перемешиваю. Ароматным маслом промазываю баклажаны с одной стороны и выкладываю на пергамент. Вторую сторону тоже промазываю ароматным маслом и уже включила духовку разогреваться на 200 градусов. Отправляю баклажаны запекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 15-20 минут. Пока баклажаны запекаются, приготовим начинку. Я взяла помидоры черри и мелко их нарезаю. Можете, конечно, взять обычные помидорки. Сыр моцарелла нарезаю тоже мелким кубиком. Добавлю еще немножко чили перца. Я добавлю еще зубчик чеснока. Это на ваше усмотрение, но мне кажется, баклажаны отлично сочетаются с чесноком. К начинке для баклажан добавляю еще пару ложек сухарей панировочных, соли немного. Я, кстати, люблю готовить быстро и вкусно. Если вам нравится такой подход, обязательно подключайтесь к нам. Готовьте вместе с нами. А для этого подключайте еще колокольчик, чтобы не пропускать новые рецепты. Добавляю еще каперсы. Можно заменить на оливки или маринованные огурчики. И все хорошо перемешиваю. Баклажаны подрумянились. Запекала 15 минут. Теперь начинку аккуратно выкладываем на баклажаны и распределяем. Всю эту красоту отправляем обратно в духовку. При температуре 180 градусов буду запекать 15 минут. У меня баклажанчики запеклись. Посыпаю их зеленью. Достаточно было мне 10 минут. Ребята, смотрите по своим духовкам. У всех они разные и запекают по-разному. Давайте скорее пробовать. Вообще, посмотрите, какая красота получилась. Ну, заняло 20-30 минут, а получается очень красивое и вкусное блюдо. Божественно. Очень вкусно. Очень просто, вкусно. Продукты все абсолютно доступные. Хотите на завтрак, хотите на ужин. А вообще получается шикарная закуска и к праздничному столу. Подписывайтесь к нам, а мы будем радовать вас хорошими вкусными рецептами. Прошу к столу и приятного вам аппетита!